следующем году барнаульские дворы должны стать еще комфортнее. Жители краевой столицы подали около 70 заявок на их благоустройство по проекту формирования комфортной городской среды на 2019 год. Оказалось, что часть заявок от горожан совпала с планами чиновников. Предварительно в программу включат более 80 территорий. Около половины из них предполагают дополнительный список работ. Их на 40% софинансируют барнаульцы. Это значит, что помимо основных работ, асфальтирования проездов, установки освещения урн и скамеек, мастера оборудуют парковки, детские площадки и водоотведения. Адреса будущих отремонтированных дворов планируют утвердить до конца года. Кстати, в уходящем 2018 было благоустроено 65 придомовых территорий. Мы учли все ошибки прошлого года. Вы помните, что были и вопросы к подрядчику, и вопросы к сдаче дворовых территорий. В этом году работы закончены в срок. Естественно, там, где встречаются небольшие недоделки, они обычно связаны с тем, что, например, жители в каких-то моментах поменяли свое мнение. Да? И если это укладывается в проектно-сметную документацию, то уже с наступлением весны эти недочеты будут устранены.